Привет всем, с вами канал Белос ТВ. И сегодня у нас, скажем так, необычная война с Гитлером Хлопушкой из нацистского Любятова в игре Cornflakestein. Flakestein, в общем. Кстати, видимо, эту игру создавали благодаря Данилу Поперечному, если кто видел видео про хлопушку фашиста, тот знает. Ну ладно, давайте. Попытаемся, так сказать, победить хлопушку Гитлера. А точнее его приспешников, так как видео будет неполным. Так, погнали. По геймплею игра чем-то напоминает, кстати, Wolfenstein. 3D. Давай, хай, Гитлер, на-ка. Отлично. Так. Хай, Гитлер, на-ка, хай, Гитлер, на-ка, хай, Гитлер, слышь? Хай Гитлер мне тут решил. Еще позигуй мне, сволочь. На-ка, золото зачем-то тут нужно. Не знаю зачем, но... Да в смысле хай Гитлер? Иди нафиг. Хай Гитлер, блин. Я вас Хайлов нагибал. И в Вольфенштейне 2009. И в Return to Castle Wolfenstein. В New Order нет. Потому что New Order, он слишком... В смысле? Он слишком, во-первых, много весит, во-вторых, у него завышенные системные требования. На-ка, на-ка, на-ка шприцом, на-ка тебе синтол, на-ка тебе синтол, слышь? Сволочь. На-ка тебе синтол, на-ка тебе синтол. Да блин, в смысле? На-ка тебе синтол, на-ка тебе синтол. Так. На-ка. Да в смысле? Вот. Я сам тебя сейчас нагну, сволочь. Я роняю нацистов. Так. Куда идти? Так. Надо куда-то мне пойти. Вот сюда. На-ка, хай Гитлер. На-ка, хай Гитлер. На-ка. На-ка. Да в смысле? Так. У меня есть патрон. Отлично. Так. Так, здесь. Так, так, отлично. Идем дальше. Открывайся. Кстати, надо бы сохраниться мне. Сейчас сохранюсь. Так, сейф. Погнали дальше. Да в смысле? Во! Кто меня еще там нагибает? Ну-ка. Во! Хорошая пушкинце. Меня кто-то еще нагибает. Я прям слышу. А, за этим спрятался. Я тебя вижу. I see you, тварь. На-ка. Отлично. На-ка. Есть. Так, золото. А зачем оно нужно, я не знаю, но... Так. Любятова едим. Нацистское... Нацистское... Третий рейх Любятова, скажем так. Нацистское Любятова. На-ка. На-ка. Да хватит уже хайлить. Хай Гитлер, хай Гитлер. Задолбали уже. На-ка. Есть. Да в смысле? Во. Так. Так. В смысле? Ну-ка! Отошел! Тварь! Так. Секунду, у меня есть сохранение. Так что... В смысле? А, вот. Вот что значит вовремя сохраниться в игре. Вовремя сохранился. И... Да. Неудобный интерфейс, если честно, переворачивать все время. Раскручивать интерфейс все время. Неудобно. Кстати, мне вот этот пистолет нравится, если честно. Серьезно. Стопудово брали идею из Данилы Поперечного. Его видео про фашиста Хлопушку, где он... обозревал то, что, мол, на коробке Хлопушка якобы убивает своих сородичей. Черные подушечки. Хлоповые подушечки. Хлоповые, говорю. Потому что они же из хлопья состоят. Из хлопьев. Вот. И типа то, что это типа расизм такой. Да. В смысле? Я тебя нагибал в древнем царстве.
Да почему мало патронов? И почему так неудобно переключаться между оружием? Серьезно, почему в игре так мало патронов? И да, здесь нужно сохраняться. Так, сохранюсь. На-ка. Все, есть. И да, почему я не могу брать оружие, как у вот этих вот Любятова? Почему я не могу зайти за этот доспех? Опять мало патронов. Во, стоп, были патроны. Я прям слышал. Есть. Звук такой, как будто, знаете, как у дробовика. На-ка! 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 А, это же доспех. На-ка! Блин! Все, патронов не осталось. Синтолом. Вкалываем их синтолом. На-ка! На-ка! Есть! На-ка! 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 Есть! Классно. Да блин, почему патронов нет все еще? И куда мне идти? Сюда, наверное. На-ка! 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 Хе-хе! Заткнись. Заткнись, Витя. Иди в жопу. Да в смысле? Я тебе сейчас... Секунду. Продолжаем. Мне тут просто звонили. Уйди отсюда! Нагибаторы, слышь? Так, стоп, я здесь был уже. Так. Стоп, а как эти патроны появляются? Нужно что-ли переключить на оружие? Да, нужно на оружие переключить, чтобы появились патроны. Просто так патроны не появятся. Пока не переключишь на оружие, я офигеваю. Ну, хлопушка, блин. Хлопушкины. На-ка! На-ка! Еее! Отвали, пожалуйста, от меня. Так, есть. На-ка, 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 на-ка. Я тебя нагнул, сволочь, ты нацистская. Отвали, пожалуйста, все. На-ка. На-ка, на-ка, на-ка. На-ка, вкуси! Молочный коктейль. Отлично. 66 врагов. Время 5 минут 53 секунды. Нажми AK to enter next level. Ну окей. Так. Воу-воу-воу-воу-воу! Сразу же практически. Так. Ну ладно, давайте я здесь сохранюсь пока что. И пока на этом закончу. То есть... Игра такая достаточно интересная и прикольная. Заодно здесь у нас хлопушка Гитлер. Ну что ж, вот, собственно, и весь... Ну, не весь, а половина игры. Может быть, я еще прохождение запишу, но когда, я пока не знаю. В общем, ссылка на ВК в описании. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте и удачи!